Мастер-план Хабаровска утвержден президентом России, и Краевой центр приступает к 7-летней работе по преображению своего облика и статуса. Реализовать предстоит все 700 страниц документа с идеями и изменениями в каждом районе города. И малый бизнес – большой игрок и помощник в этом. А как государство и банковские структуры помогут самим предпринимателям, им рассказали на первом в Хабаровске форуме «Содействие». Подробности далее. Реконструкция набережной Амура, межвузовский кампус, новые микрорайоны и в каждом из них шаговая доступность всех благ городской жизни. Все это 700-страничный мастер-план Хабаровска. Непочатый край работы до 30-го года, и потому у мастер-плана большие планы на малый бизнес. Более 30% участия в бизнесе – это малый и средний бизнес в городе Хабаровске. И на него вся надежда. У нас порядка 11 миллионов было уже направлено на поддержку субъектов малого предпринимательства в 2023 году. В 2024 году с учетом корректировки бюджета мы планируем несколько увеличить. Поддержка малому бизнесу нужна разная, и власть идет навстречу. Компенсируют затраты на электроэнергию, помогают деньгами на старте. Руку помощи протягивают и местные банки. Это, конечно, программа МЭР, которая дается в том числе и на инвестиционные цели. Это льготная ставка кредитования. Малый бизнес – это основной локомотив развития экономики, и поэтому весь малый бизнес должен понимать, какие меры поддержки есть у государства на федеральном уровне, на региональном уровне, на муниципальном уровне. О том, как бизнесу зайти в инвестпроекты Хабаровска и получить при этом поддержку, предпринимателям рассказали на форуме «Содействие», который впервые прошел в Краевом центре. Зарегистрированные гости – это больше сотни компаний, побили рекорд города. Столько участников за всю историю встреч предпринимателей и органов власти здесь еще не собиралось. Примечательно, что форум «Содействие» решили проводить именно в Дальневосточном художественном музее. Это не просто красивое место в центре города и популярная достопримечательность Краевого центра. Художественный музей входит в мастер-план города Хабаровска. Реализация мастер-плана позволит художественному музею выставить всю свою коллекцию, а это 15 тысяч экспонатов, и ежегодно принимать до 800 тысяч посетителей. Мария Шулешко, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.